Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер, французы. Бронзовая медаль финала Гран-при. Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер продолжают свой долгий-долгий путь. Не скажу даже точно, сколько лет они уже катаются вместе. Но доподлинно известно, что свою первую медаль на чемпионате Европы они получили в 2005 году. Это была бронза. В 2007 году они стали чемпионами Европы. В этом же году они впервые получили золото на этапах серии Гран-при во Франции и в Японии. И здесь бронзовая медаль, хотя до этих соревнований совершенно другие спортсмены выигрывали у них произвольные программы. Мир танцев поистине непредсказуем стал. Немножечко сейчас встрепенется публика, потому что на льду Каролина Костнер.
Итальянка, даже не знаю, могла бы здесь занять первое место или не могла бы. Уж слишком прыгучими оказались даже не на лучшем своем старте Мао Асада и Юна Ким.